Поехали. Да. Ты меня обманул, он 97-го года. Не, ну, 98-го, не надо брать. Да. Почти Blue Heaven. Ну да, AC Games, Dreamforge. Вряд ли. Они делали раньше старые RPG-шки и стратегии. Типа War Wind была такая стратежка. Но... Знаешь, Total Annihilation? Тотальное уничтожение стратежка. Название такое. Ну, вот тогда она всех задавила, всех, все остальные, в том числе и War Wind 2. Вот. После чего они вот только Sanitarium сделали и потом развалились, по-моему. Ну, собственно, вот, да, интро. Как наш чувачело едет в машине. Я смотрю, даже CGI ролик. CGI вообще тут через строчность такая, знаешь, как на телеке. Чем-то расстроен его открытие, понимаешь? Он наконец-то обнаружил то, что должен был узнать еще много лет назад. И сейчас сообщит, когда приедет. Но! Тут у нас... Кто-то умрет. Горный серпантин и опасная музяка. Кто слушает такую музяку вообще, да? В машине? Да, когда едет по горному серпантину. Еще и на скорости 80. Но... Миль в час. Наверное, миль, да. Ну, в любом случае, даже километров на такой дорожке... Мне кажется, он умер. Не-а! Собственно, да, сработала пожарная тревога. Что насчет этого? Оставь его, этот козел угнал мою машину. Ха. Речь о нас. О главном герое. Это психушка, да? Да. Собственно, управление довольно забавное. Правой кнопкой, зажать правую кнопку ходить, левой кнопкой воздействовать на предметы. Switch must control the alarm. Там что там с чуваком снизу? Ну, ему, видимо, хорошо. Да там двоим. Зато он тоже что-то пытается. Который сверху? Да. These beds are filthy. Ну, грязные кровати. Чистоплюй какой-то. What horrible living conditions. Вообще-то, конечно, интересное местечко для психушки, да? Ну, он там уже в кровищу голову разбил, верхний. Mm-hmm. Ну, ему, походу, по кайфу это делать. Угу. Mm-hmm. Это секта. Не совсем. Diagnosis crazy. Да, окей, очевидно. Вообще, довольно странный тот главгерой, он... At least this one looks friendly enough to talk to. Да, достаточно дружелюбно. Челюсть прикольная. Да. Напоминает Бэтмен Архэм Асайлом, когда такие нужно же было разбивать. Собственно, морды тут очень колоритные, такие... Ты замотанный? Да, я замотанный. Собственно, я пока безымянный товарищ, не знаю своего имени. Амнезия, классический случай, все дела. I'm not sure. These voices, the spirits, ghosts, whatever they are. Прикол в том, что в этой психушке все не так, как кажется, да? То есть, конечно, это мы на самом деле в гигантской башне в замке, и надо бы... Это видно. Да. Напоминает мне, например, Остров Проклятых немножко. Но, собственно, граждане... Собственно, тут много что напоминает Остров Проклятых, потом впоследствии увидишь. Граждане, мне, грубо говоря, спойлерят всю остальную игру. Вот эти вот? Да. Ну, очень неочевидно спойлерят, так, на самом деле. Вот этот говорит что-то про воинов, которым вломили, да, и нас только двое осталось. Ну, ты What village? Doesn't this place have a real name? Да, что, деревни нет на зоне. Конечно, это деревня с большой буквы, да? Психи такие, психи. Resources. Озвучка, конечно,
98-й год. Не очень. Местами очень не очень. Ну, хотя бы ее не русифицировали. Была официальная локализация, называлась Шизариум. Да. Я в нее, конечно, не играл. Играл вот в это вот в свое время. Да и название как-то получится метание. Да. Ты зазлился чего-то. А он по жизни такой, знаешь, это... У него, видимо, низкий порог терпимости. Эмоционал. Холерик. Да. Кто знает, может быть, он псих-убийца? От кого? А сколько в целом прохождения этого хвостика? Ну вот, первая глава, их всего 10. 15 минут занимает, но это самая короткая глава. Дальше там просто коэффициент происходящего, ну там накал усиливается, скажем так. Начиная уже со второй главы там, да. Очень черная игра такая. То есть там все грустно закончится для этого парня, походу. Не могу сказать, что грустно, но для парней вокруг него да, точно вот не очень хорошо. Интересный момент. Сейчас посмотрим. Я туда пройду в любом случае. Общество. Замечательные лица. Да, чисто одухотворенные. Ну, спасибо, да. Дважды повторил. А вот для чего нету на консолях, так это квестов. Да. Вообще, ну, не, что там было. В квестах нужно привыкнуть к специфическому образу мышления главного героя. Все, что плохо лежит, надо подбирать. Это 99% квестов. Таким, знаешь, это, легким клептоманом надо быть от этого торчать. Ну и в частности, да, любить беседы за душевные вести так часами. Почему еще желательно в оригинале, да, знать язык? Да, вот с этой игрой, например, ну тут не сильно требует знания языка, но пригодится. А вот Last Express, кстати, о котором мы с тобой говорили, да, там мало того, что на английском говорят, там говорят на чистом русском, на чистом немецком, на еще каких-то, на французском, по-моему, на сербском, там, причем, ну, все соответствующие актеры из соответствующих стран. Тогда очень много бабла уваливали. Но здесь тоже была необычная игра, в том плане, что квестов в изометрии на тот момент не было вообще. То есть это был, по-моему, первый. Я и смотрю. Потом уже там Сибирь, да? Да, ну Сибирь-то и не была в изометрии, она была с разными такими перспективами, да? А вот именно что, как в стратежке RPG, да, как в Диабло. Это, в принципе, один из уникальных таких квестов. Про жуков подначил. Плющит. Да, про жуков плющит и жуков на роботах, между прочим. Которых вселяют в голову. Ну, не совсем в голову. Там, кстати, с этим момент с жуками тоже будет. И довольно забавный. Чувствуется, что авторы с фантазией себя ограничивали слабо. Сейчас пойду посмотрю на парня внизу. Закончилось не очень хорошо. Ты чудовище. Да. Его можно было не убивать? Не знаю. Ну, в любом случае он упадет. Так или иначе. Либо сейчас, либо когда я буду пытаться пробиться в эту центральную башню. Он слушает металл. Ну да, ему по кайфу слушает музыку небесных сфер. What's your name? Lenny. I'm Lenny. Lenny's my name. Well then. Ты как Лэ, рэп уже. Лэнни. А, так ты, наверное, Лэнни. Лэнни, да? Нуп. Гениальный вывод просто, Шерлок Холмсовский. This is my room. My bedroom. Блин, может, тут в квест какой-нибудь погонять тоже? Ну... Не все же... В Монки Айленд. Третий. Можно погонять. Он веселый.
Там нет такого загруза, как здесь. В целом веселый, как бы заканчивается весело и относительно сносно выглядит на сегодняшний день. Ну, хоть и рисованный 640 на 480, но он, по крайней мере... С моим ноутбуком это самое то будет. Я думаю, да, там он неплохой. А тут, конечно, да, тут местами такая шизофрения. Помнится, я проходил, голова взрывалась. Ну, тут еще, видишь, есть такой момент, почему мы только одну часть сейчас смотрим. Потому что вторая часть, которую я тоже записал, она вылетела почти в конце. Там, где один пазл надо было решать, она периодически вылетает. Я забыл сохранить, блин. Забыл, что в таких играх надо сохраняться, чтобы не вылетело. Точнее, если вылетело, так чтобы загрузиться и пройти заново. А вот сохранение в любом месте? Да. Ну, нет, например, чекпоинтов. Да, это ж PC. Подпевает. Он не... Просто я предлагаю... Собственно, мама его наказала, потому что он покушал тыквенного пирога с грядки. И он боится пойти на тыквенную грядку, и тем более он боится пойти в школу. Это будет понятно во второй главе, почему. Ну, собственно, вот применили смекалку. А, тогда бы тот умер, да, если... Да. Или нет. Так, я тряпочку взял, либо самый первый. Да. Это полотенце, вот, которое там валялось. Собственно, умереть тут, по-моему, нельзя. То есть, могут ранить, но не фатально. Можно, по-моему, сойти с ума, если вот тревогу в самом начале не выключить. Его может крыша поехать. Собственно, да. Шикарный пазл. Для Даунов, знаешь, такой. Да-да. Еще вы, знаешь, эти были квадратные, треугольные. Да-да-да, квадратный, треугольный, круглый. Can you hear me? It's Dr. Morgan. Собственно, немножко сюжетной части. Еще немножко отсылок, ну, от острова проклятых, видимо, к здесь, потому что раньше все-таки вышла книжка. А там по книжке было? Да. Я не знаю. Книжка-то, по-моему, до вышла. Хрен знает. Ну, тут говорится о том, что мы еще, что я уже не первый раз тут сбегаю, сбежал и стырил машину, очевидно. По крайней мере, по версии докторов. Ну, собственно, доктор Морган. Надо будет искать этого доктора Моргана. Почитаем немножко заметок. Что там есть. Ну, собственно, подсказка о том, что на самом деле надо было скатиться на полотенце в эту башню, располагается в самой башне. То есть я об этом мог бы узнать только, только сделав это. На самом деле я помнил это действие из описания демоверсии в журнальчике GameX. Собственно, там вся демоверсия, это как раз первая часть вот, в башне. Локаций-то много? Да, и они все разные. Абсолютно разные. Художники подошли... Даже по антуражу, да. Более чем с энтузиазмом. Тут, если первые две главы ты играешь вот этим гражданином, имя которого станет известно во второй главе, то дальше там будет все интереснее и интереснее. Я могу сказать, что если ты смотрел «Машинист», «Лестница Иакова», с Бэйлом, который? Да. Да, смотрел. Тот же «Остров проклятых». Угу. Очень много схожих моментов, просто дохренища. То есть он худеть все-таки начнет, да? Ну... Ага, то есть он в психушке, потому что его гложет вина. Не, все не так просто. Собственно, взяли ацтекский ключ. И поскольку у нас наверху стоит ацтекского вида статуя... Пофигу, что это ангел, да? Да-да. Но там просто выемка под ключ как раз соответствующая. Собственно, вот, в принципе, окончание первой главы. Ну как-то у ацтеков не было такого, по-моему. У них там в основном какие-то с головами тигров, птиц. Тем не менее. Окей, это будет... Знаешь, слушай, у него голова как у Эрмака в этом. Реально, с нитками, с этими, с бинтами. Не самая очевидная ссылка, конечно. It is... No. It is so dark. Oh, my home.
Once bright tower, what has become of you? You're alive. Плачущий кровавыми слезами ангел. Окей. Hear the cries of the children. Тебя бы отстать, скипнич, воткнули, ты бы что делал? Но ей же не в нее воткнули, а в основание пьедестала. Собственно, да, она отправит нас искать правду. Вторая часть санитариума. Второй уровень, я понимаю. Да, второй уровень, вторая глава. Про детишек. Не знаю, помнишь или нет, но в психушке, когда общались с этими веселенькими чуваками, один из этих чуваков сказал там что-то про тыквенную грядку, да, бла-бла-бла. Да. В общем, он спойлерил нам вот эту главу. Да, кстати, я тут сохраняюсь как шлюха просто, чтобы она лишний раз не вылетала. Точнее, вылетела, я смог загрузить. Вот, ну, собственно, познакомимся с местной фауной. Hey, you big dope! Get out of our life! Come on, Billy, let's play! You're not supposed to. Okay. Great, a bratty kid with two mouths. Меня радует отношение нашего героя. Замечательно. Ребенок засранец еще и с двумя ртами сразу. Типа он вдвойне засранец. Да. Но тут нас ожидают флешбеки, потому что чувак так и не может вспомнить, как его зовут. I can't remember my name. Well. Mother won't let me talk to strangers. Ну и, собственно, облом. С незнакомцами маму сказала не разговаривать. Where's your mother? Парнишка знает, да? I'd really like to speak to her. Что знает? Как зовут этого человека? Не, он не знает. Они его не знают. Он просто пришел такой, типа, из статуи. Типа, привет. То есть их это не смущает? Я думаю, что они вообще не... Я впереди напоминаю мне персонажа из фильма «Мумия». Да. Это лучше это... Они это красавцы все, да. Художники явно со вкусом подошли, со вкусом. Мистика. I can't remember my name. Mother won't let me talk to strangers, so you better leave. Ар. Where's your mother? Иконка. I really like to speak to her. Everywhere. Окей. А где мама? Мама везде. Я даже не знаю, большой брат за тобой следит. Девочка на двух деревянных ногах. Прыгает на скаках. Нет, почему бы нет? Да, почему бы. Можешь называть меня деревянная нога. Thanks, mister. You're nice. What's your name? Они его троллят, короче. Max? Sarah would like to see you now. My name is Max. That's a nice name. Hey, имя Макс он сам себе придумал? Нет. Это его имя. Потому что такое ощущение будет складываться, что дети просто троллят. Привет, как тебя зовут? Я не помню свою. Привет, как тебя зовут? Нет, просто стандартная фишка в квестах. Тебе нужно с персонажами разговаривать до посинения. Вот этот вопрос, в принципе, он будет повторять раз в пять. Вот именно в такой интерпретации. Я нигде не видел взрослых. Где все взрослые? Вот увидишь, он не красный, точно повторит. And we shouldn't talk. Все взрослые нехорошие люди. Да, нехорошие люди, и мама запретила с ними разговаривать. She says that pride leads to their destruction. Колоритная девочка. Колоритная весьма. I probably said too much already. Вот, не хочет с нами общаться. Sorry, but а ты неплохо управляешься со скакалкой. Как ты поскачешь вот на этом? Что? Так я говорю, Лейд. Besides, mother says that once I'm finished growing, I'll forget all about my legs. И рыбка нарисована. Today's sermon, Psalm 4, verse 51, the gates of heaven.
Псалом 4, стих 51. Можешь посмотреть? Пока есть время. Библия носит случай жизни. Я, кстати, задумался об этом, но тогда забыл. Мне нравится флаг США. Да, он такой... Он нужен для антуража. Он в тему, да. Псалом вообще где можно? То есть ты не ориентируешься, да? Я вообще не ориентируюсь. Книги... кучи... Local man questioned in wife's death. Не знаю. Says that Marilyn Driscoll was found in her bathtub, both wrists cut. Ну, предположим. The police questioned the husband of Jetta as a matter of standard procedure. 51. Здесь нет 51 стиха. Продолжаем поиски. Ладно, находим цифру, где есть 51 стих. Да тут... Да простят нас верующие. Не слишком ли поздно извиняться за это? И опять как шлюха просто сохраняю. As fuck. Shit, да. Выразило мое отношение к тому, что происходит. Собственно, теперь я смогу поговорить с этими детишками, потому что я знаю свои имя, и теперь они могут со мной разговаривать. И больше не будут меня троллить. Хотя нет, на самом деле, они будут троллить меня еще больше. Мистер No Name? Слушай, может, Псалтери, не? Псалтери, да, тоже Псалом. 579. Ну, ты думай. Да, он рассказал забавную историю про то, как его кот съел рыбку, и, она, и кот потом как его... Так, какой Псалом? 51. Вот, мне кажется, нашли. I'm not supposed to help them, mother. You can tell me. Так. I'm your friend, right? No. Billy. Это? That angel statue over there. Или нет? I mean, have you ever seen it move? Не, не похоже. Ты любишь всякие гибельные речи. You must have boogers for brains. Чёрт, нету здесь 51, видишь? Да, блин! Я себя чувствую как-то это. Что за хрень? Такая обезьяна просто книгу взяла. Что происходит? Вот. Тут какая-то явно своя арифметика. Надо посмотреть. Почитаю ради интереса. Ну окей. Нумерацию страниц в Библии. Псалом 4. Запомню. А какая? Сейчас же у нас, по-моему, какая-то книга переплюнула Библию в популярности. Ну, по проданным копиям, скажем так. Этот Коран? Не-не-не, именно не религиозная какая-то там. Либо не фэнтези. Это печально. Что с твоим лицом, мистер? Почитай с этим общим. Извините. Слушай, а если общие нумерации 51, допустим, здесь? То есть, ну, как бы, 6, а тут получается 7, 8 и так далее, а? Так, Иов 42. Your name is Jesse, ну, в Псалтере есть 51. Mm-hmm. Собственно, Псалтер, все, no. Видишь, Псалом. Ну, йоу-йоу. 51, вот он. No. Учение Давида. Like а они не могут отличаться? Католики там, нет? После того, как приходил Доик и Думиянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Сильмариллион какой-то просто. На одной странице 50 названий. У меня третий глаз открылся сразу же. What's mother's rule? То есть нет, по делу ничего нет, да? Про царствие. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут. Примерно это и скажут. Я вечно буду славить тебя за то, что ты сидел, и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими. Отлично, то есть как бы можно в принципе чтение Библии устраивать. Цифры 4, вот. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Интересно, почему у тебя Италик шрифтом сделан? Ну, в смысле, это... Там о чем дети-то беседуют? Я выбиваю с них информацию о том, что за херня, черт возьми, происходит, где все взрослые. Я до сих пор еще не догадался, что что-то не так.
А, теперь я решил поиграть с девочкой в крестики-нолики. И, собственно, сейчас ты увидишь, что мой адский фейл как игрока в крестики-нолики. То есть я хоп, блин, в ничью свел. Оп. Ну что уже делать? Прикол в том, что когда я играл первый раз и записывал, соответственно, первый раз, то и выиграл с первого раза. А тут я так немножко обескуражена. Я даже нашел все стратегии крестиков-ноликов. Опять то же самое, та же самая ситуация. Оригинальный подход у тебя к игре? Да не говори. Уже ближе к делу. Уже почти. Ты то же самое сделал, только перевернут. Так я и подумал. Просто видишь, надо было ждать, пока она косикнет с самого начала. Ты вот не туда думаешь насчет крестика, смотри. Когда он очевидный. Ну, знаешь, в Библии насчет этого сказано. Нечестивые не прибудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты делаешь то же самое, абсолютно. Я знаю. Потому что я не могу ничего другого сделать. Видишь, вот сделал что-то другое, получилось фигня. Опять ничья. Чего увлекательная игра, оказывается. А если кто-то не умеет играть в крестики-нолики, у него шансы на опять то же самое началось. Ты с края-то не хочешь попробовать начать где-нибудь? Нет, вот я сейчас заметил, что она косикнула, и такая, ха-ха, вот я и выиграл. Все, капец. Слава богу, до первого выигрыша. Это хорошо, что еще тебя преферанс не заставили играть. А то это прохождение бы этой главы затянулось. Пасьянс косынка разложили. Ты в тысячу сыграл, до тысячи. Ну на третий раз. Ты просто игра, короче, встряла. Причем на троих раскидает, то есть да, да. Пацанчика подключить. Угу. А, то есть девка согласилась колоться, только когда ты ее вывел. Колоться? Рассказывать. А, прикол в том, что она так ни хрена не расскажет. Я, собственно говоря, вот сейчас думаю, два или три раза я выиграл, и до сих пор не задумывался, нахрена я вообще это делал. В общем-то, она мне ничего нового не говорит. Вот вообще ничего нового. То есть зачем я с ней играл? Окей. Я интеллект свой проверил. Да, такой типа. Морской бойни. Меган Айлин, they're her bestest friends. Парень все еще не хочет с тобой разговаривать. Ну, он не хочет со мной разговаривать, потому что он понимает, что я умнее девки, да еще и могу ему по люлям навешать. Господи, сохраняюсь. Кажется, что я перестраховываюсь, но игра вылетела несколько раз еще до того, как вот этот момент был записан, то есть когда еще до того, как я на вторую главу вышел. Тут что-то античненькое добавилось. Это, как ни странно, ратуша. Ну или как это называется. В общем, местная мэрия. Town Hall. И не хватает там только вставьте два кристалла в циферблат, чтобы запустить часы и пойти дальше. Ну, слава богу, такого бреда в этой главе нет. Собственно, читаем про всякие местные события, например, комету, которая пролетала мимо, но, в общем-то, оказалось, что не пролетела мимо. А почему тогда эта ратуша разрушена? Протыкали урожай, а вот будет известно через некоторое время. Вот видишь, то есть выяснили, что это глаз Божий прямо светит нам в небо. Видишь, застрял немножко. Потупил. Вообще, механизм ходьбы, конечно, такой на любителя. То есть, постоянно где-то застревая. Нужно зажать правую кнопочку и методично тащить героя за собой. А есть какие-нибудь там случайные события? Ну, что ты имеешь в виду по случайности? Ну, допустим, там что-то произойдет, там, хопа, там, пробежит ребенок и что-нибудь сделает. Нет, это ради таких шуточек нужно играть в The Last Express. Там этих событий, там каждое событие, в общем-то, неожиданно. И потом, что они нелинейно реагируют на все происходящее. Мэрилин. Husband Jetta, Дрискал. Дрискал. Это ж прям как в Кинг-Конге. Джек Дрискал там был. Не исключено. А вообще мне понравилось, что преподобный Атул, как актер был Питер Атул. Питер Атул? Да. А сегодня был... А, он в Рататуй, кстати, даже озвучил какой-то персонаж. Mm-hmm.
читаем дневник маленькой девочки. Это я не про Библию, а то, что герой. Так, все, положи-ка, я надеюсь, пока еще молния не ударила. Это к Зевсу, это ты должен читать. Одиссею. Что-то я должен читать, что мне надо. Ну не знаю, пока не пришел какой-нибудь верующий и вернул меня. Dad smells bad when he drinks that stuff. Да, от папы плохо пахнет, когда он выпьет. В общем, трагичная история маленькой девочки, которую поколачивал тупой отец деревенщина. Это вот та девочка, которая без ног, которая ее оставила? Нет. Или это все больная фантазия? Нет, это не больная фантазия. Да, по-моему, это все-таки больная фантазия. Что? Что тебя смущает? Он хотел его. У них тут больные фантазии пошли у священника. Священник решил, что тыквы, которые разрослись сразу после того, как упала комета, это наказание Божие, и что их нельзя трогать. И комету нельзя трогать. И в итоге папаша распсиховался из-за того, что пропадет весь урожай, и начал колотить дочку сильнее. Собственно, как священника? Не? Священника не начал колотить, что ли? Священник. Я аутентичный делает. Трактор. Вопрос, да, трактор аутентичный. Вопрос был в том, что священник тогда был назначен временно, ну, получается, бургомистром города, что ли, то есть управляющим, потому что почему-то, я не помню, то есть об этом тоже будет газетная вырезка. Ну и, соответственно... Сюжет, на самом деле, хороший. Сюжет неплохой. То есть чувак, этот... Святоша мэр, он немножко свихнулся на тему того, что тыквы разрослись, да? Что это комета, это глаз Божий, наказание за наши грехи. Соответственно, мешал фермеру что-то там сделать на этом поле, хоть что-нибудь. За чего он распсиховался, поколачивал собственную дочь, да и, собственно, до этого они покрыли то, что он прибил свою жену. Вот эту вот Мэрилин Дрискл, или как это, Мэрили Дрискл. А это сынок, кстати, священника. Тоже Утул. Тоже Утул, но... И машина, главное. Да, и машина. Ну, он повадил, насколько мы помним, попал. Да, машина нам пригодится. Но все-таки не та машина. Хотя, ну, кстати, учитывая финальные твисты, может быть и та машина, кто ее знает. Игра — это такое ощущение, что какой-то линчевский остров проклятых. То есть, если бы Линч снял «Остров проклятых». Дальше будет еще сюрреалистичнее, там, когда будешь играть за сестру Макса. Вообще просто это был спойлер, да? Нет, в принципе, тут была фраза, когда он вспомнил свое имя, ты читал комиксы, такой пацанчик. Там несколько спойлеров было, в принципе, вот в этой сцене. И один из них был, мама сказала, что типа, Сара пришла в гости и хочет тебя видеть. Сара это как раз вот сестра. Что с сестрой говорить не буду. Вот, пацанчик один из самых нормальных, но и спокойненько объясняет, что за дела. Ну я по картинке его лица вижу, что он нормальный. Относительно. Такое ощущение, что его кислота облили. Да знаешь, Макс тоже как-то выглядит так себе. Он как минимум обварили кипятки предварительно. Некоторые дети там, у них лица просто расползают. Озвучка, кстати, не понятно. Озвучка паршивая. Тут ничего не, конечно, не скажешь. Ни эмоций. Озвучка как из задницы, но тут, к сожалению, это типичная картина для многих квестов в своем времени была. Унылый звук. Конечно, сейв-гейм. А то вдруг убьют. Кстати, могут. Могут, но ты сразу же на... Ну, сейчас увидишь это, в принципе. Не сейчас, но через некоторое время. Тут есть одна аркадная штука. Один аркадный элемент на этой главе. Игра превращается в шутан. В слэшер. То есть вот так вот. Дьявол стоял. Грайнда и сбора шмоток ты, конечно, нет, но... красавица. Он просто вообще... Прикол в том, что он еще и немножко дебиловатый, то есть... Он делает такие мощные выводы, типа, «О, у меня был кузен по имени Макс, и тебя зовут Макс, но ты не Макс, то есть ты не мой кузен».
Ничего себе. Where are your parents? Where are all of the adults? I have a ball. I can bounce it. That sure is a nice ball. I used to have one just like it. Really? Не совсем понятно, зачем Максу понадобился такой же шар. Why aren't you playing with the others? I like my ball. And ride. Be careful. Mr. Piggy is almost broke. Ты сейчас пропустишь фееричную сцену катания на свинье. A spring pig. Я ее наблюдаю. А. Чем еще заняться взрослому человеку, да? Покачаться на свинье, на пружинке. Ну, собственно, очередной сюжетный флешбэк про необъяснимую детскую смертность. Which leaves us to wonder, can anyone put a stop to the loss of our children? Дети от чего-то стали умирать. Kids got an extra arm. Ну да. What's your name? Чувак встретил. What did you do, you dumbass? Nothing. И он засранец. Jeez, mister, а еще самое забавное, что это второй сын преподобного Отула. My name's Dennis O'Toole. What's yours? Вот, или можешь говорить, что его Макс. My name is Max. Да. А что он не сказал Отул? That figures. What a stupid name. Отул? The newspapers mentioned a Reverend O'Toole. Are you related to him? Yeah. Есть, my old man. В некоторых местах здесь like есть косяки со сценарием. То есть, периодически они говорят, допустим, имя, не говоря при этом фамилию. Следующий вопрос, который задает персонаж наш, Макс, да? Он подразумевает, что он уже знает фамилию. То есть спрашивает, ты говорил вот эту фамилию? Хотя он этого не говорил. Я на это смотрю, такой, ну, блин, ладно. Это укладывается в принципе в логику сюжета, который дальше происходит. Но как-то, если посмотреть со стороны, это похоже на хуёвый сценарий. Когда персонаж знает наперед что-то. Он все хочет добиться взрослых? Да, ну смотри, вот этот вопрос уже как минимум второй раз. Да нет, лети. Замечательно. Он говорит, как быдло. Йоу, ебану твою миссию, будь поосторожней, а то я ребенок тебя, а ты... Это как... Галя? Какой... Да, нига, район. Понятно, что только детишки все попотели, а не нигеры. Ой, я хотел сказать чернокожие афроамериканцы, конечно. Простите. А так дети мутантов, в принципе, мне кажется. Poor misshapen kid. Ну тут парня вообще здорово потрепало. What's your name? Well, since all the adults went away, everyone calls me Lumpy. Lumpy. You have another name? A real name? Well, my real name is Larry, but no one calls me that anymore. Ну, Ладик как бы недалеко от Лампи ушло. What's your name, mister? Ну, в общем, да, поэтому его так и назвали. My name is Max. It's not as cool as my name, but it's okay. My name is Max. I guess that means you ain't a stranger. Мне кажется, он теперь будет даже незнакомым людям, взрослым подходить. Эй, my name is Max. Right. Hello. I haven't seen any adults in this town. Where are your parents? Where are all of the adults? Опять разнос. Mother says we're not supposed to talk to anyone. Ну, я, видимо, пластинка заведенная. Especially you big people. Ну, решили не заморачиваться с озвучкой лишний раз. I read the town newspapers and saw some articles about a man named Килобайт, потому что это, скорее всего, WAV файл был. Yeah. Или PCM. MP3-то тогда еще. I'm sorry to hear about your mom. Ну да. But if she's dead, who is this mother that you keep talking about? She's my new mom, and she promised это, кстати, me да, that she won't братишка ever go той away. Девочки, которую How could she promise пьяный that? Папаша. I mean, we all, тут какие-то два семейства этого клана. Mother should live forever after she's finished. Не два. Два таких основных действующих лица, да? This kid's just a little more than a baby. Hi there. What's your name, kid? Derwin. What's yours? My name is Max. Hi, Max. Почему-то имя Дерек мне. Yes, I know. Дерек. Не знаю. Мне напомнило Дерек Ю, по-моему, разработчик Спиланки. Where are your parents? Если мне память не изменяет. Where are all of the Игрок? Adults? I don't know. Зря. Why are all you kids here in the cemetery? Because Dennis says so. Денис. Несносный Денис. Но. Your legs are like trees. Да, на кладбище туся, да? Да. Чего мне потусить-то на кладбище? Тем более, у девочки, которая ноги как корни растений. What's your name?
Eileen Daly, what's yours? My name is Max. That's a nice name. Девочка похожа на девочку из семейки Адамс. I haven't seen any adults in Собственно, у нее Where are your parents? Умонастроение примерно такое же. They just sort of, well, they just went away. Away? To where? They left you kids all alone? Oh, we're not alone. Mother is here to take care of us. А в общем, where is your mother? Я думаю, уже понятно, что мама не просто так имеется в виду. Ну, пристал он к ним капитально, кажется. Как по-твоему, что это за мама? Искусственный разум. Не, слишком хитро. Если исходить из того, что уже знаешь про вот это место. Can I play a game of hide and seek with you? You'd have to ask Dennis. But I'd rather not play Дети right мутанты, now. Нет взрослых. I was just going to plant my pretty pumpkins. Шиза you like pumpkins, huh? Mm-hmm. Нет, I like the слабо. Pretty думай, color. Думай. Orange, huh? Апельсины? That reminds me of a story that апельсины? Billy told. Что? Ну, оранж, это же апельсин. Позже, это еще и оранжевый цвет, прикинь. Yeah, just like Billy. Да, и вспомнили опять ту историю про оранжевую рыбу, yeah, которую съела кот Билли и какал оранжевую. Это же так важно. Там еще кто-то справа, да? Да. Ну это вообще мелкий, по-моему, какой-то. The boy's face is mottled and leafy. Hi there. What's your name, kid? Зелененький лицо. My name is Marcus Williams. What's yours? Лептайл. My name is Max. Не, он просто дерево. Даже этот персонаж в Текине, Буратино, не. I haven't seen any adults in this town. Where? Mother made him go away. Уже промотала, я смотрю. Потому что да, один и тот же вопрос. But I'm not allowed to tell you. Все, мой ответ один и тот же. Why are all you kids here in the cemetery? Because Dennis liked it here. Так, Деннис тоже какую-то роль играет. Ну, на данный момент важнее стырить ломик. Crowbar should come in handy. Да, это вот логика квестовых персонажей. Тяжелый лом, как бы, да. Пригодится. Ну прикинь, ты идешь, как бы, по. Хрен знает, где такой. Лом. Возьму. Your name is Dennis O'Toole, right? That's my name. Don't wear it out. Why are all you kids here in the cemetery? Because we like it here. Да, мы клёвые дети, мы тусуемся на кладбище. What do you play? They play kid games like tic-tac-toe. Да. We play hide and seek. Крестики, нолики, это игра для детишек. Вот hey, прятки, это для взрослых. Хотя по принципу по фильму Астрал. What makes you think you're the best? Because we have a secret weapon. Really? What is it? If I told you, then it wouldn't be a secret. A prize for winning, huh? Собственно, да, сейчас понадобится сыграть в прятки, найти всех детишек. There's lots of cool stuff inside. Всех, всех. Our candy, everything. Can I play a game? Я не стал спрашивать про правила, да. Дурак уж совсем, что ли? What a big fat loser you are. That's it, big mouth. You'd better pray that I don't find you. Он меня вообще не уважает. Мне кажется, надо оторвать ему лишнюю руку. Тут вместо этого, конечно, покорно считать. Все детишки спрячутся, и мне надо будет их найти. Что я и сделал, нагло воспользовавшись солюшеном к игре. Ты бы тупо прочитал, где они есть. Ну, извините, я игру уже проходил. Просто подзабыл, да? А, так они еще носители то ли спрятались. Кто спер качалку? Качал. Я помню, там была поросенок. Так я на нем покачался, он упал, и я его взял, в карман себе запихал. Квестовая логика, я же говорю, у меня здоровенная свинья с собой. Где-то в инвентаре. Ага. Ага. Церкви. Кто-то один точно в церкви. Hello. Ага. Ага. И ломик. Догонку, да? Сволочь, прячешься от меня? God bless the US. Да. Все, кончилось. А, это когда в церковь заходишь? Угу. Там орган, типа, все дела. Автоматически, наверное. There you are. Мне иногда кажется, что герой поражен синдромом каким-то недоразвитого человека. И ты это поймешь, когда увидишь
Как я буду переправляться через реку? Там мост разрушен, мне нужно будет через него перейти. Нет, это гораздо более идиотский способ. И даже не то, что идиотский способ, но реакция его на этот способ тебе понравится еще больше. Ага. А. Кстати, заметил хитрый режиссерский ход. Он вышел из, из дома, чтобы не видно было, чтобы не нужно было рисовать лишнюю анимацию, как ребенок выбирается из-под кровати. Неплохой ход. Простительно для того времени. Так-то до 98 года отрендерено, в принципе, более чем добротно. Ну, повеселее, чем тот же самый Резидент смотрится и модельки персонажа, который, кстати, вышел, по-моему, тоже в 98-м. Даже раньше. Резидент? 97-й, по-моему. Ну, это первый был. Я имею в виду второй, который считается там. Второй уже ближе к 99-му. There you are! There! Так просто взломал бочку. Чисто Обеликс. Как? У меня вот эта бумажка, которая там лежит, очень раздражает. Где? Слева? Вот слева, да. А вот ее не взять. Неактивный предмет. Задумался. Не, не задумался, я ждал, пока ты он убежит. Ты Solution читал. Не, пока он убежит с края экрана, то есть я не могу ничего делать. Так, собственно, Деннис. Save game. Он очень ловко спрятался в церкви. Это школа. В школе, да, прошу прощения. Которые... Schoolhouse. Капитан Чивинс. Которые забаррикадированы. Ну, в общем-то, для меня это не проблема. Я со свистом раскрыл. Опс! А вот и взрослые. Там трупы? Да. Куча трупов. There you are. My God. What kind of hiding place is this? Резонный вопрос. Ну, ему, в общем-то, пофиг. Убежал все спокойно. А я пока постою тут. Понюхаю. Активных точек нет, поэтому я пошел отсюда. Ничего интересного. Да, целая школа трупов. Да. С кем не бывает. Причем, как это, иронично. Mm-hmm. Трупы взрослых спрятаны в детской школе. Элементы не дожечания. Да, тебе нравится, что это проверится назад? Now give me the key to the store. You big don't! You forgot about our secret weapon! I should have known you would cheat. What kind of crap are you trying to pull? Я забыл найти еще одного ребенка. Hey, don't get upset, mister! I told you the rules! I told you about the да, он мне сказал правила, хотя я их не спросил, то есть он их не сказал, на самом деле, косяк сценарий. Не спросил одну строчку диалога, все. What? Оу, what? Логично. В принципе, мне больше нравится такая манера ведения диалогов, чем, скажем, в других квестах было старых, что ты тебя именно точный вариант диалога. То есть тут общую тему задали, да, то, что ты скажешь. А то, что точно будет сказано, не вполне понятно. Go ahead, I'm all done. Mother will be so proud of me when she wakes up. Вдруг пригодится. Почему бы и нет? Квестовая логика. Все, что можно взять. Это девка, которая с деревянными ногами, ой, в смысле, с дерево ногами. Да-да-да, она любит садить тыквы, потому что это нравится маме. C. Driscoll. Missed dearly by mother. C. Driscoll. Кэрол Дрискол. Та самая убитая папашей девочка. Another headstone. Chad F. Awaiting zombification. Chad F. ждет зомбификация. По-моему, это какая-то шутка на самом деле. Я забыл посмотреть. Могилок больше нет. Может быть, сходить в склепик? Yuck. Yeah. A decaying corpse. What a god-awful stench. Тело-то воняет, оказывается. Ну окей. Собственно, на этом наше расследование тела закончено. А теперь внезапный поворот. Меня осеняет, что делать. Точнее, я просто тупо читаю, что делать. Now I'm shot. Ага. Да.
Игуматы. Просто такой ублюдок. Раскапывает детскую могилу. Прятки играет, но... Ну, а здесь больше ублюдки. Он достал трупик девушки и девочки и повез его кататься. Почему бы нет? Да. Короче, Деннис ублюдок. Ну, катает Деннис. Деннис. Лампи. Ну, у Лампи тоже с башкой непорядок. Потому что они с ней друзья. Видимо, до гроба. И после. Я же говорю, очень милая обстановка. Lumpy, right? Дети, мутанты, yeah, катают. Как и эту игру вообще пропустила цензура? Мне кажется, виноват во всем антураж. То есть вид изометрии не так точно передает, что за чертовщина вообще происходит. Так и совнулся, полный звездец. Сейчас такого не делают. Да. Я думаю, сейчас бы столько скандалов поднялось с такой игры. Ну что, Деннис, отдай-ка мне ключи от магазина. Если ты помнишь, или если внимательно читал, ключи от магазина — это тот приз, который полагается выигравшему в прятки. Хотя интересно, как это, передаваемый из рук в руки приз или что? Или с кем они играли вообще в него? Ну, в любом случае, какой-то... Грубость не получался. Thanks. Деннис. Срезал я тебя. Я выкопал труп маленькой девочки, но все равно я вышел из этой игры победителем. Вот так. Это вот этот магазин, да? Нет, правый магазин. Я почему-то подумал, что левый, но потом вспомнил, что нет. Именно вспомнил. И при этом Ломик открывает дверь в школу, но не открывает дверь магазина. Ломик у меня исчез. Он не открыл бы, да. Просто видишь, там доски забаррикадированы, которые можно отломать. А вот запертую дверь-то что? Потом... Ты часто пробовал в запертую дверь ломиком колотить? Ну, в общем-то, канистра и еще немножко документиков. И трупов нет, что самое удивительное. Да, трупов нет. Комета. Еще немного инфы про кометы. В общем, перекрыло дорогу, падение кометы. Трубило электричество, и мост разломало. Пути назад нет. Ну вот, видишь, как раз инфа о том, что преподобный Отон назначил временный ИО мэра. Это не сказано. Due to harsh economic conditions, this will be the final edition of the Observer. There's something else here. Charges of child abuse filed against Jetta Driscoll. И скинули все обвинения в насилии, в издевательстве над детьми с этого фермера. Это важный поворот. Сейчас мне надо будет, наверное, сохраниться. Спорим. Now I have a spring pig. Не сохранился. О, перебираемся через реку. Вокруг умирают дети. Какой он милый этот Макс. Мне так нравится его отношение к жизни. Но... Просто, да ладно, все в порядке. А, вот тыквы. Да, тыквы и нехорошая девочка Мария, которую мама наказала за то, что она много болтала. Глаза пропали. Да, они пропали, их нет. But could I talk to you for a second? Sure, mister. I don't get many visitors. May I ask your name? My name is Maria. Maria Santiago. Maria. Where are we? What's the name of this Blondie. Town? Business. There is no town. Not anymore. В общем-то, эта девочка более болтливая, чем... Основная часть населения. Да, потому что глаз уже нет. А, то есть это был городом до того, как мама сюда пришла. Да. Это был нормальный, обычный деревень. Обычный такой деревня, городок. Американский. Ну, прилетела комета. Ты не шаришь. А вместо с... Это мне почему-то напоминает Final Fantasy VII. Комета, Дженова, мать. Не знаю. Ну, они вышли примерно в одно время. Санитарием чуть-чуть попозже. Тут девочка говорит, типа, сходи-ка ты почитай, там заметочки. Я говорю,
Детка, я уже прочитал. Все, прочитано. Я уже в курсе всего. I've read the old newspapers in the town hall, Maria. Непонятно, просто, что ему мешало в таком случае сразу начать говорить по делу. I haven't seen any adults in this town. Where are they? Where are your parents? Причем взрослых трупов на жене. Ну, где же родители? Я не видел трупы в церкви. О, в школе, ну что ж такое. Я все тянет на трупы в церкви. Мальчишка. Who is this person? She's resting right now. Otherwise, I wouldn't speak to you. Кстати, визуальщина, как эту маму изобразить, тебе понравится. She's really... Достаточно трешово. I think she's waking up. I can't talk anymore. Mother will hear me and get awful mad. But, oh, damn it. Forbidden? But why? Why can't you talk about your parents? Макс, у Макса терпение заканчивается. Не сходи с ума, парнишка. Успокойся. Девочка гораздо более адекватная, чем Макс. Знаешь, это минус два глаза, плюс столько адекватности. Что сзади у него болтается? Хвост, я не могу просто. Да, это типа хвоста. Ее превратили в какого-то червяка земляного. Ух ты. Been in there before? Да, сейчас она расскажет очень печальную историю про то, как ее детки затащили в грядку и оставили. Промахнулся, извините. What lesson, Maria? Not to look for our parents. Mother said we should never. Ну вот, девочка поплатилась за любопытство. But I was too curious. Глазами. Mother saw me. She told the other kids that I was bad. Ну да, более-менее. Made them put me in the patch. Но остальное озвучка не конечно. I don't remember much. Just those nasty birds. Black wings. Это важно. They pecked at my eyes. It hurt a lot. Ну да. Короче, вороны выплевали ей глаза. Mother took the pain away. That's... Horrendous. Ну, что тут можно сказать? Этим? Только вспомнить, как Макс весело прыгал по свинке. А знаешь, что мне еще больше нравится? Что он потом сделает еще раз? Просто смолчи. Окей, what are you... Please, I don't want to talk about it anymore. Не, хотя я не понимаю, почему она не хочет больше говорить, больше глаз ей не выколят. Я думаю, что она соображает, что у нее есть еще органы, которые могут повредить. И тут вспоминается игра про хирурга. Что с этими органами может быть? Это жестоко. Трансплантацию мозга устроит. Суперхирургу надо. Левше. Такое ощущение, что одна рука просто. A comet. Is that what happened here? Did the comet somehow make the plants around here grow so wild? Позже всех приходит финиш. Ты же комета все сделала? Окей, пойду посмотрю. Вот, собственно, момент, на котором все вылетело. Ты не успел сохраниться? Нет, я успел сохраниться, это я сейчас переключил видео. Два видеофайла разных, потому что... Включаешь... Подбор замка. I'll need the right combination to open this. Ну, это загадка. Да. Отгадка была возле церкви. Да. Четыре, пять, пять, один. Псалом 4, 51. Time to check out this patch. Ну там еще несколько подсказок было, они какие-то цифры там называли, кто кого сколько раз крестики-нолики обыграл. Тоже можно и поэтому, в принципе, догадаться. Но я бы не прочитал Solution, честно говоря. Я тогда, помнится, первый раз играл по надписям в церкви. Так вот, Диабло! Ну просто властелин. Черный, с косой. Диабло же управление тоже мышкой. Да. В принципе, ворон мочить еще относительно легко и приятно. Ну, в рамках этого управления, не смогу. То есть, так, хоп, все. Сердцебиение указывает на уровень здоровья. Восстанавливается? Нет. Я понял, что глупый вопрос. Да, да. 98-й год. В укрытие залез, да, отдышался. Call of Duty, дамы и господа. Pumpkin Patch Edition. В общем-то, с воронами. Сейчас мы будем разбираться с пугалом.
Тут я немножко застремался, потому что забыл, что нужно делать. А делать нужно именно вот это. Мочить тыквы. С пугала само не надо. Пока не надо. Замочишь тыквы, пугало ослабнет. Ну вот, меня замочили. Что ты думаешь происходит? А ничего. Я просто начинаю заново. И ворона заново? Нет. Довольно прогрессивный подход, на самом деле, для 98-го года, потому что могли бы заставить и с самого начала игры выходить. Вот так все аркадные элементы и построены, например. То есть, даже такие криворукие, как я, даже при таком кривом интерфейсе, что-то можно сделать. Сейчас я, наверное, еще раз помру, насколько я помню. Can't hit it from here. Ау. Стоп, стоп, блин. Да тут, поверь, все не так просто, как кажется. Очень корявое управление. Дети, уроды. Так, и не дошли руки посмотреть его. Ну, не надо, наверное. Там же миллион частей тоже, да? Три или четыре, и потом какие-то ответвления еще пошли. Вот сейчас у меня ручками. Я потерял волю в жизни. И самое раздражающее — это то, что нужно еще раз пройти по этому лабиринту. Зато ты осваиваешь хождение мышкой. Ничего не осваиваю. Я уже давно его освоил, потому что они корявые. Еще лабиринт, так сказать. А могли бы еще и лабиринт сюда вот. Могли бы. Кстати, походняк у меня такой, что, знаешь, что непонятно, кто злодей больше. Я вот сразу пришел. Если ты его забыл. Огонек сходил. Прям как в старых добрых фильмах. Вот и пресловутая комета, на которую я ровно ноль внимания обращу. Это радиация. Да. Или нет. Кто его знает, что хотели этим визуальным эффектом изобразить. Но мне генератор гораздо интереснее, чем как это там комета. Генератор! What a piece of junk. Probably only good for spare parts. What a piece. Нет, трактора мне нравится. Сейчас мы найдем маму. Сарай. Свинья. Корова. Ты будешь удивлен. О! God! Похоже на дерьмо демона в доме. Голгофинянин. Я такой просто пошел обратно. Мне неинтересно вообще. Пока. Я пошел. Фишка в том, что я в Solution прочитал, что нужно найти кабель. И я не понял, где. Трак написано. Ну, непонятно. Грузовик я сначала подумал. Грузовика нет. Значит, трактор. Начал на него щелкать несколько раз. Он выдает один и тот же комментарий. А оказывается, у него есть боковая дверка. It looks like a jumper cable. То есть ты сейчас маму прикончишь просто электричеством? Ну, не сейчас, но сначала я поговорю с ней по душам. Ты чудовищный. Я просто любопытный. Дети знают, что она их защищает. Сейчас посмотрим, что там. Видимо, взрослых расход тоже она пустила, да? Ну да. Вот этот момент, кстати, довольно непрозрачный. What a huge, disgusting. Почему я запарился? Потому что было написано, что перед выходом не забудьте подобрать гаечный ключ. Но пока он недоступен. Ну, мамаша так и толкает речь бондовского злодея. Бонкенпач. Бонкенпач. Да, я прямо заинтригован. Вообще, да, интересно, зрелище, мужик из статуи появляется. My God, what are you? Такое медленное зажигание. Подождал, пока на монолог закончил. Твою мать, что это вообще? А где я? А вы кто? Mother! Mother. I should call you what you are. Nothing but a disease. На высокий слог пришел. Да кто такая? Никто, видишь? Болезнь.
than you or anyone else could be. Ты за языком, мужичок. These aren't your seedlings, they're children. Flesh and blood, don't you see that? I see. А то есть дети все это ростки. Ну для нее это ростки. Ростки это обычные дети, она их просто немножко апгрейдила, да? Да, она производит, как она сказала, трансформации на клеточном уровне. Чтобы модифицировать. Потом, люди с ее точки зрения, во-первых, взрослые воняют. Мясо воняет вообще. Как бы, да, взрослые люди больше воняют, чем дети. Дети, они еще типа невинные, их можно немножко подкорректировать. У нее, кстати, такой интересный подход к коррекции. Да. Ну, она, собственно, возмущена тем, что мы, людишки, очень плохо расходуем свой собственный ресурс клеток. Ёлки, я понял, кого она мне напоминает. Она мне напоминает дерево из Mortal Kombat. Вот реально. Да. В шаолинских монахах деревья были именно такие. Джеда. Джедок. Это папаша. Пьяный. Причем джедаки это эти же были в хрониках Марса. Ну вот это то, что сейчас выходило этот недавно фильм-то. Хроники Марса? Ну книги, не хроники, нет, марсианские хроники. Что этого? Блин, одновременно еще с чуваком, который Конан написал, например, одновременно они творили. Про Джона Картера? Да. Так это Дэрлс, не, он намного раньше писал. Дэрлс, он же Тарзана написал в начале 20-го века. Джон Картер и Тарзан одним и тем же там. А Конан в 30-х же как-то вырос. Позже. Роберт Говард, он позже писал. Why were you so concerned about Carol? She talked to me when no one would listen. Собственно, фишка в том, что эта девочка маленькая, да, молилась кому-то. Оказалось, что молилась она не своей матери, а вот этому существу, прислушалась и прилетела. Нет, она уже была здесь, когда отец ее поколачивал. Вот. Слушала ее, сочувствовала ей, а потом ее папаша забил, обиделась это существо, решила, что как-то... Что взрослые воняют. Что все взрослые воняют, и они злые вообще, поэтому она от них избавится. А тут еще и священник со своими этими предрассудками. О том, что вот, комета это наказание Божие и все такое. В общем, я ее как-то застопиздила, и она решила разобраться со всем этим вопросом. Популяцию немножко снизить. Да. И только одна адекватно понимает, что это был нормальный город. Возможно, так это промыли остальное. Маленькое мясо. Мне нравится эта отговорка, это сама ни хрена со мной сделать не может, но такая... Всему свое время. My name is Max, not meat. Такой чисто панчлайн. My name is Max, not... Эту фразу обычно надо говорить, когда убиваешь злодея. Да. My name is Max, not meat. Это уже такая, знаешь, дышательная, такая, откровенная. Авторы диалогов, видимо, веселились. Yes. And you have seen them bickering and divided, yet they are not beyond hope. The типа из детей что-нибудь вот полезное можно вылепить, да. Я буду культивировать. Да, чтобы спасти. Превратить деревья. In order to give them salvation. Оно мне напоминает наше телевидение. Или интернет. Ну да. Но ни игры нет, ни игры. Игры тоже делают. Не играйте, дети, в игры, а то вот такими же станете. Макс, not me. Да. Будьте Максом, не будьте Трансформейшн. Трансформейн! В дерево. Я не превратился. Просто... Простые растения. Insolent meat, это какое мясо? Не знаю, невежественное. Непосвященное. Видишь, это жадина, просто Скрудж Макдак, и жалко расходуем энергию. If my flesh is so weak, then why are you afraid of me? Фильм снять, поэтому делать это было бы очень
психоделичная картинка. Причем сериал, сериал нужно снимать. Сериал, потому что это длинная игра, как бы. Причем вот это одна серия, примерно, такая, только я там еще наполнить персонажами, диалогами. Да, можно просто детишек хорошо загримировать и... Ходить в ужасающую сеть. Да, не, ну в принципе, можно не ужасающую, но как раз чтобы прыгал там через речку с... Такое, знаешь, счастье. Kill that diseased monster before it kills the children. Вообще меня выпиздили из сарая, но это благородно. Well, ну а что еще делать? Mom. Thanks, mom. Вот здесь бы ему как раз понадобился, пригодился бы, наверное, ломик. Mm-hmm. И тогда бы не нужны были провод и гаечный ключ. Гаечный ключ нужен. Он нужен именно открутить кое-что. Но я говорю, лом бы эту проблему решил быстрее. Не, не, там... Сейчас поймешь. Вот только проберемся через тыквенное поле. Вот это зря, кстати, кусочек. Лучше бы там выход был. Да, ну он потом будет. Тыц-тыц-тыц-тыц. Собственно, тут бросит небольшой спойлер насчет того, как можно было бы и взрослых там поработить. То есть почему Макс до сих пор еще нормальный ходит, а дети уже поросли бульем. Ну это сейчас вот Мария, безглазая девочка, скажет. И музыка. Музыка, да, окей. Такая нагнетающая. Нагнетающая. В целом, фильм, если фильм снимать, да, основной мотив будет как в «Лестнице Якова», на самом деле. То есть, ты у тебя не знаешь? Пока нет. Отлично. У тебя еще есть шанс просмотреть. Проспойлеришь себе все. То есть здесь в конце вдохновлялись, да? В самый-самый конец, это последняя глава. Там именно чисто спойлер. Такое ощущение, что они сильно вдохновлялись именно этим фильмом. Mother is the way. Mother protects us from meat who will harm us. The meat must be killed. Seedlings may grow. We are all seedlings. Поэтому делать Meat. Нечего. What are you... Maria? What's wrong with you? It's too late, Max. She's strong again. As strong as before. В общем, мама проснулась и всем капец. I can't think straight. I... Maria's safe now. Ой, вообще отличная звучит. They're all safe. Если бы я услышал девочку, которая говорит таким голосом, я бы, собственно, нашел бы где-нибудь пресловутый ломик с криком «Блядь!» Дал бы ей по голове. Много раз. Как фильм играет, наверное, столько же раз. Не, хорошо, перепады интонации, настроения. Да, у меня, кстати, ощущение, что это, на самом деле, одна и та же актриса выучила и девочку, и маму. В общем, такой, ну окей, принял к сведению, пойду дальше. Мне нравится эта черта квестов. Квесты. Мне еще прикалывало, что в русском ударение такое произвольное. Я все время думал, что квестов, правильно говорить, а оказалось, что квестов. Всякие игры-журналисты говорят. Собственно, шланг. На который я не обращал внимания вообще. There we go. Тельтейшн, у тебя полный набор юного сантехника есть. Или извращенца. Ага. Ну, в общем, сейчас будет момент, который, если ты невнимательно слушал парнишу, который рыбачил, у тебя вызовет некоторые вопросы. А именно, я беру камень и пытаюсь кинуть его в колокол. No, I don't think so. No, I don't think so. Пытаюсь прицелиться. That should get people's attention. Yep. Остальные дети не хотят? Не. Собственно, он же сын священника, и он привык ходить в церковь, когда звонит колокол. Но колокол не звонил, потому что туда было не пробраться, потому что мудак Деннис. Ну, и с веревки звонили колоколом, да? Веревку обрезал. Ну, и я, как настоящий джентльмен, стырю его удочку. Ну, почему бы нет? Я же такая сволочь вообще. Причем на этой маленькой локации, кстати, действительно много событий. Ну да. Экономят, как бы, это ресурс.
То есть нарисовали, нужно выжать по максимуму. А, ты машину решил починить? Не починить, а слить с ней бензин. А, для этого трубка нужна была. Да. Бензиновый шланг. Да. Без солюшена тут можно долго бегать. Да, некоторые штуки неочевидны. Вот именно. Очень неочевидны. Без солюшена. Например, шланг. Он был вообще неочевиден. Сейчас ты увидишь, зачем мне нужна была удочка. Поверь, без солюшена можно курить. Я ходил, по-моему, несколько часов кругами. Применял все на всем, пока в итоге не нашел. И поверь, я очень долго ругался. А там что за девочка? Jumper, на этом, на качелях? Я не знаю. Yes. Вот это надо было сделать, надо было выловить гигантский крест удочкой. Окей. Собственно... Save game. Да, save game. Ты... Это как в этом. Как Metal Gear Solid, если часто сохраняешься, то тебе этот псих, который может управлять разумом, скажет, что ты там трусливый воин. Подумаешь, дети умирают, я все знаю, там мама превращает их в мутантов. Главное, что я могу поскакать на свете. Сейчас начинается экзорсизм. Да, типа того. Слушай, хорошо, что тут нет фишки, как Metal Gear Solid 2, когда ты сохраняешься, и тебе полчаса промывают мозги о том, что... А ты помнишь, какой сегодня день? Пошла нахрен! Благо это промотать все можно было. Не, ну все равно чушь, ты как, зачем это вообще было делать? Ты чисто на задании, ну давай как-то потрындим о том, какая там у них годовщина их встречи. Кодзима. Слина, блин, просто... Не хватает ему этой легкой самоиронии какой-то. Ну, он застрял опять. Мне интересно, в МГС четвертый выходит, да, получается? Пятый. Ой, пятый. А, да, все правильно, пятый. Сколько там будет рисуночков, ой, из этих катсцен? Капец, да. Так, тут у меня легкий затык случился, потому что нужно не просто применить генератор, а конкретно к сливному, или заливному, отверстию генератора слева. No, вот здесь. Эти моменты тоже раздражают порой, когда нужно найти именно то место, куда нужно приткнуть этот объект. Пиксель-хантинг, так называемый. Никогда не любил это в квестах. Ну тут он не такой страшный, как во многих квестах. Что ж, металл, значит... Проводит ток. А ток — это хорошо. Это бодрит. Jump. Собственно, подсоединим. Подводим клеммы. Угу. Чудовище. Можно заводить. Я даже не знаю потенциальный эффект нанести. Что же делать? Хуже уже точно не будет. То есть то, что их может вырубить всех, это уже единый материнский организм, тебя интересует мало. Да. В том же самом факультете, да? Да. И, кстати, а что с ними случилось? Они все потом в норму как-то пришли, да? Да. Каким образом, я так и не понял. По логике, они там все должны были остаться такими этими паразитами. There! The children are free of you! Ну, это тоже Родригес головного мозга немножко. Собственно, конец главы. То есть мама просто... Просто вообще, да. По-другому тут не назвать. Миссия выполнена. Открыл ее. Валим, можно пройти наконец через это. Слышите? А что за девочка? Мария. Она довольна и поздравляет нас. И, собственно, дальше мы перемещаемся в другое место. Where are we going? У нее хвост. Та-дам!